Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на проекте «Филармонические встречи». Этот проект уже имеет свою историю, и многие из вас помнят выступления пианистов Андрея Коробейникова и Алексея Набиуллина, баяниста Юрия Шишкина, концерты ансамбля народных инструментов «Изумруд» и двух инструментальных ансамблей «Дуэт Фурор Фортес» и «Сивен Саксофон Квартет». Филармонические встречи всегда открывают для норильчан новые имена и новые коллективы. И сегодня мы рады вам представить молодой коллектив «Новый звук». Это дуэт Александра Сироткина баян и Павла Голдмана скрипка. Несмотря на молодой возраст этого проекта, в феврале дуэту исполнился год, за плечами артистов находится большой творческий опыт. Павлу Голдману посчастливилось работать с такими выдающимися дирижерами, как Евгений Светланов в Большом театре и Сергей Скрипка в симфоническом оркестре кинематографии, лауреат международного конкурса в Бельгии, финалист конкурса «Королевы Елизаветы», лауреат конкурса скрипичных мастеров имени Леопольда Ауэра. Павел является создателем и руководителем проекта «Дом музыки» в Кратово, который завоевал популярность у любителей классики и джаза. Впервые оказавшись в Норильске, Павел признался, это была его мечта – побывать на Крайнем Севере. А вот имя Александра Сироткина уже знакомо нашей публике. Мы помним его яркие выступления в составе дуэта «Сибдуо», который завоевал победы на многих значимых конкурсах международных и России и стал обладателем Кубка мира и Трофея мира. Музыкальный проект «Новый звук» — это дуэт барочной, классической и современной музыки. В таком необычном тембровом формате скрипки и баяна музыканты успешно гастролируют во многих городах страны. И сегодня прозвучат классические произведения Креслера, Баха, Чайковского, Монти в новом прочтении, а также музыка современных композиторов в собственной аранжировке творческого дуэта. Встречайте, Александр Сироткин и Павел Голдман! Добрый вечер, дорогие норильчане. Мы очень рады выступать в вашем замечательном городе. Я предлагал Саше сыграть сразу, но он сказал, чтобы я немного поговорил. Первое произведение, которое мы сыграем, это прелюдия и аллегро Креслера, американский скрипач-композитор. Он часто, прелюдия и аллегро в стиле Пугачёва, он часто писал под чужими фамилиями, именами. Делал это очень успешно. Но потом, конечно же, все узнали, что это он. И его произведение для скрипки и баяна мы сыграем. Thank you.
следующее произведение Александр Сироткин написал вместе с Бахом. Они долго совещались, думали, советовались, бывало спорили, но договорились и написали замечательную сицилиану Баха в аранжировке Александра Сироткина. Thank you.
Петр Ильич Чайковский оказался менее сговорчивым, чем Иоганн Себастьян. Поэтому в мелодию Чайковского мы, можно сказать, не добавили никаких изменений, кроме того, что играем это произведение с баяном. Хотя, в принципе, Чайковский изначально так и задумал. Из сборника пьес Чайковского «Воспоминания о дорогом месте». А сейчас мы сыграем еще одну пьесу из этого сборника, и она называется «Скерцо».
того, как мы подружились с Иоганном Себастьяном Бахом, Петром Ильичем Чайковским, мы стали дружить с нашими депутатами. Вы знаете, недавно Государственная Дума объявила официальный закон, каждый депутат должен написать хотя бы одну мелодию. И вот один из депутатов написал замечательную пьесу, она называется «Откровение». Его зовут Сергей Войтенко, и мы ее вам сыграем. Ну, на самом деле, конечно же, он замечательный профессиональный баянист, кроме того, что депутат.
Эту пьесу Сергей Войденко посвятил своему преподавателю Алле Кац. Следующее произведение, у него необычная история, не знаю, выдуманная или правдивая, решайте сами. Был такой замечательный композитор Астор Пиццола, или Астор, ну пусть будет Астор, Астор Пиццола. У него был свой коллектив, который играл с ним замечательные танго, написанные Астором Пиццолой. Но один из музыкантов, он говорил «здравствуйте», говорил «до свидания», даже иногда говорил «спасибо», но он никогда не говорил «пожалуйста». И специально для него Астор Пиццола написал танго, которое так и называется «Por favor», что в переводе на русский означает «пожалуйста». Thank you.
Пожалуйста. Саша тоже хочет поговорить. Недолго. Паша уже вас поприветствовал. Я вас приветствую, дорогие коллеги, друзья. На этой сцене я уже не впервые. Огромная благодарность, конечно, директору музыкальной школы Елене Николаевне. Вот я вижу, он там стоит. Спасибо вам огромное за приглашение, за веру в наш коллектив, в наш проект. Так что для меня, конечно, это новая вещь, для Павла тоже. Я на этой сцене был в другом составе. Но сегодня это совершенно другая вещь в моей творческой жизни и Павла. И спасибо огромное, что вы сегодня, дорогие зрители, пришли на наш концерт. Спасибо вам. Можно поаплодировать себе, дайте себе. Вот следующая пьеса, которую мы для вас исполним, совершенно другая краска, картина, история. Эту пьесу написал мой друг, когда я учился в Новосибирской государственной консерватории и был уже на втором курсе. На первый курс поступил замечательный музыкант. Он закончил музыкальное училище как баянист, а потом поступил как композитор. И он был не похож ни на кого. И писал такую замечательную музыку, в частности, всегда в составах был баян. Но эту пьесу он написал для фортепиано и скрипки. Для фортепиано и скрипки. Потом были разные варианты для фортепиано и кларнета. Я говорю о композиторе, которого зовут Алексей Вандрик. Он сейчас живет в Москве. Так случилось в его судьбе, в его жизни, что он с самого раннего возраста, такого, скажем, творческого, всегда мечтал написать песню для Лепса. Вы представляете, такая была его мечта. И он эту мечту осуществил. Он написал для Шуфутинского, для Лепса. И сейчас вот в этом направлении двигается. Так случилось в его судьбе. Но он написал очень много замечательной музыки, профессиональной, которая была удостоена и разных премий на разных международных конкурсах. Эта пьеса, такая шутка, которая называется «Шалом». Сегодня мы для вас ее исполним. И когда мы ее взяли в репертуар, я Алексею написал, говорю: «Леш, можно мы возьмем эту пьесу к себе в репертуар, наш новый проект?» Ничего, что там будет баян со скрипкой. Говорит: «Конечно, я вам доверяю, поэтому играйте, с большой радостью послушаю вас». Поэтому сегодня мы для вас ее исполним. Итак, Алексей Вандрик, «Шалом». Просто, что означает «здравствуйте»? Thank you.
Следующее произведение написал Александр Сироткин. Он никого не спрашивал, никого из композиторов, ни с кем не советовался, не спорил, не убеждал, взял и написал, даже меня не спросил. Называется оно «Диско». Я спросил у Саши: «Саш, почему называется «Диско», что ты хотел сказать этим произведением?» Он говорит: «Ну, значит, было такое замечательное настроение, я представил, что еду на кабриолете где-нибудь по берегу океана, вокруг пальмы, солнце, настроение замечательное». На что я ответил: «Саш, ты знаешь, я никогда не был в Америке, не был в Майами, на берегу океана, пальмы видел, но на кабриолете, по-моему, не катался». Ну, Саша, недолго думая, сказал: «Ну, представь, что ты прилетаешь в Норильск, садишься в маршрутку и едешь до города. Говорит, настроение замечательное, едешь в замечательное место, примерно то же самое.
В общем, мы сыграем вам диско. Я перепутал. Саша сказал из Норильска в Дудинку. Мы сыграем пьесу, которую вы все знаете, поэтому объявлять ее не будем.
Саша говорит, заключение нашей основной программы. Вы умеете все свистеть?
Свист у нас получается лучше всего. Мы стараемся. Сессия, вот то, что фотография, мы вообще на самом деле разные. Мы разные, и, наверное, по сегодняшней программе вы это заметили, то, что в одной программе самая разная музыка. И джаз, и эстрада, и классика. Вот мы с Павлом вот такие. Нам нравится разная музыка, нам нравится соединять, нам нравится шутить на сцене. Потому что мы такие бываем. Мы можем быть и серьезными, и шутливыми. Вот. Ну, наверное, сейчас мне вот в нашей программе нравится одна пьеса больше всего. Она, не знаю, передает мой внутренний мир, что ли. Вот то, что мы сейчас для вас сыграем. И да, и Паша это уже говорит. Она мне настолько нравится, даже с точки зрения композиции, как это написано, насколько невероятные находки тональные именно вот этого композитора, просто невероятно звучит, потому что вот я в последнее время увлекаюсь композицией, пишу, и пишу для соло. Вот я совсем недавно закончил пьесу для нас с Пашей, для баянной скрипки камерного оркестра или народного оркестра. Большая пьеса, которая будет называться «2022». Вот, и достаточно серьезная такая конфликтная пьеса. Вот, которую мы будем, я надеюсь, исполнять в следующем сезоне. Но сейчас хотели бы исполнить вот эту пьесу, совершенно замечательную, потрясающую. Масне. Я бы добавил, что здесь как бы наша еще аранжировка, потому что изначально, когда мы эту пьесу взяли, я думал, как она будет звучать. Но мне кажется, что получилось неплохо. Итак, Масне, новый звук, размышления. Thank you.
прозвучит самая любимая мелодия Александра. Бывает, он играет ее часами. Приготовьтесь. Спасибо, Норильск.